Всем привет! Вы на канале GameDop, это игрушка Tanzi Panda. Получается, вчера вышло новое обновление, и сейчас вместе мы посмотрим, что же нам добавили в этом обновлении. А начну я с того пункта, на который я возлагаю больше всего надежд. Это касается, конечно же, скакуна. Скакунам нам добавили усиление. Я своему уже усиление сделал, там можно усилять атака, баланс и защита. Я качал себе атаку. Почему я сказал, что на данный пункт обновления я возлагаю большие надежды? Да все очень просто. За что я полюбил очень панду? А полюбил я ее именно за то, что здесь можно было идти на битву престолов, садиться на скакуна и там офигенно интересно воевать. Но после того, как ввели звезды, для меня панда в этом интересе умерла, потому что скакуны перестали тащить, начали тащить звезды. А вот теперь с выходом этого обновления, с появлением этого усиления, у меня есть небольшая надежда, что скакуны вернутся на битву престолов. Для усиления нужны вот такие вот яйца, где их можно сейчас взять, я не знаю, вот только дали 100 штук в качестве подарка и все. А где их дальше брать, я пока что не знаю. Следующий пункт обновления нам добавили аукцион, называется свободный рынок. Здесь мы можем, как я понимаю, покупать акции и продавать акции. Когда акция дешевеет, мы ее покупаем, когда акция дорожает, мы ее продаем. Но пока что что-то вот этих вот монеток для этого аукциона, их пока что нету. Потом за эти монетки, которые мы заработаем, можно покупать вот такие вот ресурсы. Так, ладно, идемте дальше. И следующий пункт обновления, это нам добавили новые шмотки. Шмотки 40-го класса. Называются броня Тайдзи. Но когда мы нажимаем на шмотку, здесь написано космический. Космический клинок, космический шлем. Короче, космическая броня, но на сайте написано броня Тайдзи. Так что, как называть в данный момент эти шмотки, пока что непонятно. Данные вещи немножко по-другому улучшаются. Вот, припустим, когда мы одеваем, у нас пропадает пояс, и замесь пояса появляется схема Тайдзи. Чтобы эту схему заполнить, насколько я понимаю, нужно все шмотки из сета одеть. Смотрим дальше, усиление. Вроде бы ничего необычного. Ложим сюда железо и, как обычно, за железо прокачиваем шмотку. Но есть один маленький нюанс. Шанс прокачки шмотки за железо с каждым уровнем уменьшается. Вот в данный момент, вот написано 100%. Если дальше качать, будет от 90%, 80%. 60, 70, 50%. Вот припустим, вы сделали усиление 100 уровня. У вас потом шанс прокачки следующего уровня, припустим, 50%. Вы качаете 101 уровень, у вас шанс прокачки не сработал, и у вас слетает одна прокачка. Получается, вы получаете не 101, а с 100 падаете на 99. Но, как видим, еще добавили вот такие вот картишки. И при неудачной попытке прокачки у вас не взлетает уровень прокачки. Смотрим дальше на прорыв. По-прежнему остались слезы вселенной, и нам добавили новые слезы. Данные слезы я тоже пока что не понимаю, где их нужно фармить. Но на китайской панде вот такие вот фиолетовые слезы падают с обычных порталов. И падает их очень-очень много. И, конечно же, здесь тоже есть шанс успеха. С каждым прорывом шанс успеха будет все ниже, ниже и ниже. Очистка космических шмоток такая же, как и обычных шмоток. Но только здесь тоже есть шанс очистки. И тоже есть карты, которые сохраняют вашу очистку. А вот дальше уже идет такое что-то необычное. В шмотки можно вставлять астролиты. Вот, 4 сокета, сюда можно вставлять астролиты.
для активации сокетов нужно аж 50 камней активации. Нифига себе! 50 камней активации. Вот это жирно. Усиление. Здесь ничего не изменилось. А вот дальше. Вот здесь я не понимаю, что качается. Ну, короче, еще какое-то усиление шмотки. С одной стороны, то, что добавили новые шмотки, это прикольно. Много шмоток, это же интересно. Но с другой стороны, для обычных смертных людей это хуже. Потому что донатеры от недонатеров все выше и выше и выше начинает уходить. Разрыв увеличивается. Вот вы напишите в комментариях, вы довольны, что добавили новые шмотки? А мы идем дальше. И следующий пункт обновления, нам добавили нового полубога. Называется Дракольд. Смотрим на следующий пункт обновления. Нам добавили еще какие-то сражения, чат, где его раньше не было. Для меня лично, вы бы лучше добавили функцию, чтобы этот чат можно было бы вообще отключить. Он меня раздражает, он мешает, я им не пользуюсь, я его не читаю никогда. Я хочу его убрать, почему я не могу его убрать? А вы его еще куда-то добавили. Так, ладно, смотрим на следующий пункт обновления, получается бездонная пропасть. Уже есть 200 уровень. Но я пока мест только на 31 сижу. Но спасибо обновлению, нам добавили аж 200. Спасибо. И последний пункт обновления, который написан на сайте, это нам добавили новый предмет Душа Тайцзи. Что оно такое, я пока что не знаю. Ничего такого похожего я в игре не нашел. Возможно, потом будет все ясно. Пока что не ясно. Я еще заметил, что в магазине активности здесь раньше продавали карты на опыт. А теперь этой карты за 150 очков активности нету. А на этом, ребята, все. Мне лично понравилось только то, что можно улучшать скакуна. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого обновления. Что вы думаете по поводу новых шмоток. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, кто не подписан. Всем спасибо за внимание и всем пока. Бабах!